Третий раз при калятке за это получали всякие угощения. Вот Снегурочка вас научит калядовать. Раньше такие же ребята, как и вы, ходили по домам, калядовали. Вы гоняли злых духов из домов, чтобы у хозяев всегда было всегда тепло, много еды, всегда хорошее настроение. А чтобы мы с вами научились калядовать и смогли то же самое проделать в Рождество, сейчас мы с вами выучим каляночку. Да. Я буду показывать движение, говорить слова, а вы внимательно смотрите, запоминайте и повторяйте за нами. Договорились? Да. Договорились? Да. Что-то не дружно. Договорились? Да. Да, лучше. Ну что, я показываю, а вы запоминайте. Долго шел каляда. Топ, 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 топ. Все вместе. 3, 4. Долго шел. А чтобы еще у нас стало веселей на нашей новогодней поляне, мы с вами устроим самую настоящую Дед Морозовскую дискотеку!